Нападение в Париже. Во вторник мужчина, вооруженный молотком, атаковал полицейских у собора Парижской Богоматери. В ответ по нему открыли огонь. Примерно в 16:20 произошло нападение на полицейского. Трое полицейских находились на дежурстве, патрулировали Нотр-Дам, когда мужчина, вооруженный молотком, подошел и начал бить одного из них. Его коллеги отреагировали незамедлительно и открыли огонь, чтобы полицейский не пострадал еще сильнее. Он сейчас в больнице. Нападавший также был ранен. Министр внутренних дел Франции также сообщил, что нападавший выкрикивал «это за Сирию». Таким образом, власти не исключают, что это была попытка теракта. Ведется следствие. Французские СМИ также сообщили, что злоумышленник – француз алжирского происхождения и связан с ИГИЛ. Американские туристки, оказавшиеся поблизости, рассказали о пережитом. Мы собирались пойти в Нотр-Дам и вдруг услышали выстрелы. Мы побежали в противоположную сторону. Наш отель тут рядом, поэтому мы направились туда. Было интересно узнать, что же там произошло. Страшно было из-за того, что не знаешь, что происходит. Люди просто бежали. Мы были впереди, и люди бежали в нашу сторону. Нужно было продолжать бежать, и мы не знали, в чем дело. Если это был выстрел, то мы не знали, что за выстрел. Но теперь все ясно. Собор Парижской Богоматери – одно из самых посещаемых мест Европы. В момент нападения внутри находилось около 900 туристов. Полицейские оцепили здание и искали среди них возможных сообщников нападавшего.